Приветствую на канале Жизнь Деревни. Сегодня мы покажем интересное приспособление. Для того, чтобы не лопалась у вас кожа, когда вы будете смолить поросенка, есть у нас самодельная такая щетка. Кусочек досочки, вбитые в нее гвозди. Когда вы будете смолить, когда появляется волдырь или еще что-то, то есть вы его просто пробиваете и смолите дальше. Соответственно, у вас кожа будет тогда ровная, чистая и без трещин. Спасибо за внимание. Здоровья вам и благополучия.